Роскошная страна. По ней душа и стонет, и тоскует. Она вся рай, вся радости полна. И в ней любовь роскошная веснует, бежит, шумит задумчиво волна, и берега чудесные целует. В ней небеса прекрасные блестят, лимон горит, и веет аромат, и всю страну объемлет вдохновение. На Красной площади сводная группа исторических благоносцев города Сермонетто, герцогства Каэтани и города Кори. Они представляют два соседних города Италии, в которых до сих пор живы средневековые традиции. Еще в XIV веке появился обычай выдавать военные сигналы флагами. Левой рукой флагоносцы дирижировали боем, а правой держали меч для защиты флага. Художественный руководитель сводного коллектива Джанкарло Корби. Основана в 1976 году. Кори – это город-коммуна в итальянской провинции Латино. Интересно, что все без исключения жители Кори, а это около 12 тысяч человек, дружно проголосовали, чтобы итальянские флагоносцы отправились в Москву на фестиваль «Спасская башня». А Сермонетто – это небольшой итальянский город-коммуна, расположенный в регионе Лацио. Население около 7 тысяч человек. Федерация старинных игр и спортивного жонглирования флагами. Во время боя флагоносцы дирижировали войсками. Сегодня мы благодарим вас и аплодируем вашему мастерству. Grazie per il bello spettacolo e arrivederci!
Бона Фортуна! Сигналы, которые подавали при помощи флагов, были понятны каждому воину. Подходящий момент для атаки, отступления, все это в буквальном смысле говорили флаги.